красота. Всем привет, друзья, с вами Вайли, и сегодня у нас Half-Life 2, эпизод 2. Мы остановились на том моменте, что мы остановились на том, чтобы мы позвонили в Белую Рощу. Мы бросили нашу машину, сразились с охотниками, и вроде бы все чики-пуки, только вот сигнал слабоват, и в итоге нам нужно торопиться, потому что скоро наглянут комбайны. Хочу сказать, что я записываю через OBS, а не через GeForce Experience, поэтому качество видео может быть немного похуже. Как-то так. Но мы в любом случае едем дальше. Очень плохо едем дальше, очень коряво. Я вожу машину, но мы едем по каким-то вообще дорогам. Эй, я вспомнил эту гору. Ее видно из Белой Рощи. Это хорошо. Движемся в верном направлении. Ой, это очень хорошо, потому что я хочу поскорее прийти к своим. Там что-то горит. Иди, в смысле? Иди. Смотри, это же ошибка советника. Когда мы увидели их. А, советник. А, да, он где-то недалеко, я вспомнил. Сейчас, наверное, будет битва с ним. Да, я застрял. Алекс, помоги. Нет, все нормально. Дружелюбный. Вылезай. Пошли. Пойдем. Все, если мигрень началась, значит точно. Он где-то рядом. Ага. Ага, вот, собственно, и, наверное, капсула советника. Он спит. Алекс, не буди. Вот, говорил, их надо убивать, пока они не вылупились. И как мы это сделаем? Ага, система жизнеобеспечения. Что скажешь, Горд? Перекроем ему кислород? Я вообще, как бы, согласен, но, боюсь, это обернется для нас непредвиденными последствиями. Так, ничего мне притянуть надо. Ух ты, катсцена. Ой, помоги. Ой, что-то жесткий вообще головной боль. Ну, Алекс, твой метод провалился, он не помер. Мне кажется, у него на такие случаи подготовлен как бы резервный баллон с кислородом. Что он делает? Отлично, он погнул больше. Нет, мертвый повстанец. Что ты ему будешь делать? Не лезь в него своим языком. А, он же высасывает типа знания через язык, да? Вот так вот. Да уж. Он ему вообще там перекрутил позвоночник. Это жестко. Нет, не смотри на меня так. Убери свой склизкий червяный язык. Тут очень много аллюзий можно сделать на то, что это похоже, но я этого делать не буду. Ой. Слышь, сюда иди, дай я встану ему на костыля. Пошел вон. Все, беги отсюда. Алекс, о. Ты норм? Не сдохла еще? В смысле? О, нас нашли. Алекс, пойдем. О. Так. Ну-ка. Я готов. Лови! О, у меня теперь есть арбалет. Пойдем. Ах ты! Пошел вон. Ты тоже пошел вон. Так, по-моему, надо уходить. Пошли. Алекс! Алекс, помоги! Алекс, садись бегом! Я тебя ждать не буду. О, все. Погнали отсюда. Там зомби. Дави! Их. Да. Ой. Что-то стерну не въехали. Так, сейчас начнется эпичная погоня на железной дороге. Музыка пошла, смотрите. Ой, за нами еще вертолет. Понятно. Там зомби был. Опа, он еще и мины кидает. Что-то мне это вторую часть напомнило. Хотя мы играем во вторую часть. Немного, так скажем, продолжение сюжета. Так, давайте газку поддадим. А, в какой тоннель? Иди, ящики! Давайте сюда. Еще куда-то. Станция 21. Опа! Сейчас отлично будет.
Это все смеется вообще. Опа! У-ху-ху! Алекс, бей его! Вот я сейчас не на шутку перепугался. Тут еще и барнаклы висят. Если за них зацепить, будет вообще хохотач. Алекс, вот так обхохочется просто. Давай, давите. На! Ой! Опа! Так. Че и куда? А, сюда, да? Да, тут лямбда, тут свои, ура! Оп. Эй! Так. Вот черт! Все, что ли? Не, ну она еще едет. Нет, все, не едет. Где ты? А, ты где? Сюда. Давай скорей. Раз вы привели сюда эту вертушку, может, вы поможете... Давай! Открывай! Ух ты, блин! Давно ли? Спасибо, конечно, но мне бы лучше аптечку. Знаете ли, такую сочную зеленую пи... О, Алекс! Гордон. Давай скорей! Ну, бегом! Молодец. А у меня граника нет. А, точно, смотрите. Сейчас как делаем? Мы берем его мины и кидаем в него же. Вот и все. Давайте. Оп. Опа! На! Он живой от боли. Давай. Кидай еще. Не-не-не-не, я ж не в таком количестве, я же имел в виду. На! Этот бросок для тебя. Все. Ох, как он красиво падает. Только не сюда, пожалуйста. Ну ладно, я бы сюда. Круто. Кому горящий обломок? Эй, сюда! Я! Че, Алекс? Там аптечка, мне надо ее подобрать. Оп. Мы рады вам, ребята, не передать. Ха, здорово! Ты зашвырял их собственными минами. Это хорошо. Я бы сейчас промочил горло. Присоединитесь. Нам надо ехать дальше, но двигатель мертв. У тебя нет чем его починить? Починить? Ха, да у нас тут целая мастерская. Идемте, я вам помогу. Короче, нам тут предлагают перевал устроить, эти опять что-то грустные какие-то. Или просто уставшие. Не, в принципе, они как бы ничего не делали. Я все опять порешал. С игровой пушкой. Давай. Проходим. На радаре. Новая глава, смотрите. В таком месте. Он уже что-то чинит. Ничего себе. Предвкушаю быстрое возвращение на трассу. А вот это вряд ли. Слышите стрельбу? Автоматически мы поставляли припасы Белой Рощи. Но пару дней назад комбайны перекрыли кислород. Ого себе. Это пушка, конечно, там. Там зомби. Ребята, у вас тут зомби под окнами ходят? Что, мне его деактивировать? Машину, а ты починишь машину! Ты починишь машину, да? Прям будешь брать его своими руками чинить? Да я тебя знаю, не будешь ты это делать. Бредущий 17, скорее комбайн окажется здесь. Он всегда готов. Конечно. Так, нет, не сюда. Который выведет тебя на ту сторону. Дальше с этим пулеметом. Спасибо. Так. Я там не сюда ломится. Давайте их как бы встретим добродушно. Опа! А вот этого не надо. Здорово! Как вас ничего? Оп, и все. Вопрос решен. Сейчас они начнут кидаться всякими бочками, ящиками, короче, всем, что найдут. Тут жижа еще радиоактивная. Там ящики. Я иду за ними. Внимание, опасный. Так, нет, тонуть вроде не буду. Нет, буду тонуть. Быстрее поднимай. Поднимай! Все, я все подобрал вроде бы. Это что, машина настолько тяжелая, что она утопает в этой трясине? Наверное, да. И, наверное, я понял, откуда здесь столько зомби. Тут как бы они не бредущие сети 12, скорее тут Альянс порешал как бы все. Но, обязательно. Что там? Сюда я проникнуть не могу. Там вообще какая-то мощная трехствольная фигня. Отлично. Еще ящичек. Ух ты. Это он настолько сильный, это круто.
идем дальше. Собственно. Так, все, я так понимаю, нам передвигаться только на картонах и желательно не вставая. Вообще. С этого момента. Опа! Горящий хэдкраб. То, что нужно в данный момент. Гранаты. Так, кстати. Ух ты! Ой, сядь! Ага, ну все, встать я тогда не могу. Давайте тогда вот так переключать, пока я на контроле руку держу. Обычно, слава богу. Ну, взрывайся. Ты че? Понятно. Лови! Все. Отлично. Я бы сейчас сохранился, у меня пальцев не хватит, боюсь. Вот за грузовиком, думаю, можно встать, наверное. Не трогай меня. Не трогай меня. Не надо. Так, там... Кто там ходит? Комбайны, что ли? Да, тут Илья. Уйдите. Не надо. Пошли вон. Прекрасно. Я могу здесь пройти, а могу там. Хотя один фиг. Все равно сюда приду. Ладно, и что? Так что ли? Да? Через фургончик можно и пролезть. Это замечательно, я считаю. Это очень хорошо. Так. Так, ой! Ой, что-то бутерли, твари! Не кусай! Этот гонится за ползунем. Эй, так... Ау! Эй, да кто еще стреляет? Нет! Это не ты стрелял, я... Откуда ты? Короче, отсюда где-то был. Отсюда где-то кто-то был. Патронов у меня пока в дровике достаточно. Так что... Могу позволить. Так, всё, могу. Ай! Встать могу? Меня, конечно, пулемет не засечёт, не засекут комбайны, поэтому быстро назад. О, еще один ломится. Мне так нравится вот так, как они анимации эти проработали. Опа. О, подствольники. То, что нужно. Гранаты еще. Это гранаты? Да, это гранаты. Ага. Ну, сейчас я понял план действий. Мы как бы делаем вот так вот. Закидываем их гранатами. Оп. Оп. Давай. Да, тупой. Это он сюда, получается, ломился комбайн? О, сколько вас тут? Нифига себе. Да, это он где-то вот сюда. Вот я и... Это пулемет, да? Это пулемет. Что ж. Так, давайте еще осмотрим это здание. Вдруг тут что-нибудь есть. Здесь ничего нет. Как-то так. Это фонарик, нормально. Ого. Смотрите, даже так. То есть это... А, пулемет подсоединен проводами. Ну, я так понимаю, сюда нужно закинуть гранатку. Раз уж тут ящик стоит. Чтоб... Ух ты, чтоб даже вот так вот. Чтоб все взрывалось к чертям. Только сейчас зомби меня могут остановить. Но, думаю, это не особо. Вон, Алекс какой. Значит, точно безопасно. Давайте-ка. Можно ехать. Это ж... Сколько здесь трупов вообще? Причем ноги здесь, а тела здесь. Это да. Все, можно на станцию возвращаться. Зомби придут. Но нам это уже... Скорее, о, машина. Гордон, запрыгивай. Они не только помогли чинить машину, но еще и подарок нам сделали. Круто какой. Сегодня только для вас. Это бортовой радар. А, точно. Маячки, эти. Маячки. Где припрятаны оружие, патроны и аптечки. Не пропустите их. Если на радаре что-то есть, остановитесь. Да. Такие вот никет сопротивления. Я, правда, не знаю точно, сколько их там есть. Но. Все. Пошли. Все, спасибо, пацаны. Ну, поедем. Так, не заглохнет? О, опа, первый сигнал. Откуда? Не тормози, Гордон. Недалеко где-то. Где-то тут.
Тут что? Да, это тайник. Давайте тогда сделаем фаер-шоу. Отходим. Алекс, отходи. Круто. Спецэффекты. Так, сюда пролезть не могу. Я могу просто взять вещи. Оп. Тут зачем-то очень много патронов для револьвера. Мне они просто незачем. Дали бы патронов для РПГ, наверное. А, у меня же нет еще РПГ. Я забыл. Подожди. Я через Алекс прошел. Вот это да. Какая-то машина, монстр, знаете. Давайте еще зомби сбивать. Я сказал, будем зомби сбивать. Отлично. Я знаю, что надо. А зомбайна могу я сбить? Он вроде бы трех всякий. Такие прикольные. У машины я могу сбивать, значит, зомбайна точно. О, сразу два. Так, в здании, да? Наверное. Наверное, в здании. Судя по вот такому проходу, наверное, да. РПГ. Так, тут кодовый замок. И что мне с ним делать? Ага, рубильник. Гранаты. Так, давайте допирать. Как мне сюда забраться? Эта штука... Чё это вообще? А, я понял. Опа, встаем и ждем. Прикольно. Ждем окончания процесса. Тут как раз таки и зарядник для нас любезно приготовили. О, РПГ круто. Икс. Все, взяли. Пошли обратно. И где-то еще был тайник. Дайте-ка я смотрю, где. Там зомбайн сзади идет. Садись быстрей. Он сейчас гранату свою достанет насчет. Убить по нам. Я что, на машину забрался? Вот это да. В смысле? А, я уже испугался, что застрял. Алекс, пойдем. А если я ее оставлю здесь, то мне напишу то, что все. Лошара. Ой, осторожно. Так, тайник где-то тут должен быть. Наверное, все-таки в этой будке. Сигнал ловится, но я ничего не вижу. Сигнал ловится. Лавеха мутится, а я ничего. А, нашел? Не вижу. Как хитро, смотри. Тут прям много всего. В основном патроны, но все равно круто. И тут еще. Ого-го. Это ж насколько... Хорош тайник! Тут баллоны. Взрывоопасные баллоны. Ну, подходите еще. Лови. Ах, блин, я думал, это зомбайн. Ладно, Алекс, пойдем обратно. Подожди меня. Да подожди, ты-то подожди, я развернусь хотя бы. Ух, хуя! Так. Давайте-ка, знаете что? Мы, наверное, на этом моменте остановимся. Алекс посидит тут, ну и ладно. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Вали. Всем удачи, всем пока. Желаю приятного дня.